Добрый день, сегодня анбоксинг. Такая вот интересная головоломка, называется Magic Dart. Производители именуют себя двумя буквами CB. Это не Циклон Бойс. Не знаю, как полностью произносится. Ну, головоломка выглядит вот так. Я знаю, что есть и от других производителей, того же Диан Ченга, с другими расцветками. Вот у меня вот такая вот. То есть здесь синий цвет, зеленый цвет, а здесь разноцветные все элементы. Сквайроподобная головоломка должна собираться каким-то образом. Похоже на сквайр. Ни разу не собирал, ни разу не перемешивал. Вот такой вот элемент похож, как у сквайра четырехслойного. Вот у меня есть четырехслойный сквайр, ну или супер сквайр компании Куджей. Так себе крутится, конечно. Вот этот вот средний элемент нужно выставлять для того, чтобы сделать слайс. Но я, кстати, его так ни разу еще и не перемешал. Все, руки не доходят. Ну, вот такой вот увидел и решил за компанию приобрести. Вращается. Но я так понимаю, вот с этим центром проблемки тоже будут. Все, я его поворачиваю, он смещается. Не уверен, что здесь можно собрать как-нибудь вот эти цвета в другом порядке. Может быть, и можно. Не знаю, надо пробовать. Вот такое многообразие цветов. Здесь 6 цветов вот этих элементов. Ну, наверное, это весело. Как-то вот так оно перемешивается. А если делаю обратно, то это остается. Ну, не идеальная головоломка, скажем так. Так на вечерок поломать себе голову. Пока перемешивать не буду. Отложу, когда будет свободное время. Ну, такая головоломка. Дешево, сердито, много места не занимает. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.